демонстрируются обычные возможности ментальной механики. Не пытайтесь осознать увиденное, это может, навсегда, лишить вас безмятежного миросозерцания. Вытащим из верхней колоды случайную карту. Такую же, пока, неизвестную карту вытащим из нижней колоды. Из нижней колоды вытащим карту, которая только потом, случайным образом, выпадет из верхней колоды. Обратите внимание. Вы заметили, как подсознательно был скорректирован выбор карты? Сейчас будут производиться незамысловатые виртуальные манипуляции с нижней колоды в надежде повлиять на ближайшее будущее. Теперь попытаемся сами сформировать ближайшее будущее. Выберем желаемую карту и закажем, чтобы именно она случайным или не случайным образом выпала впоследствии из верхней колоды. Пока даже и не верится, хотя, вроде, должно получиться. Спасибо за внимание.